Жития святых. Святителя Дмитрия Ростовского. Месяц юни. День 14. Все чтения в библиотеке LibriVox. Все чтения LibriVox – достояние всеобщее. А если хотите более научить или же помощи, посетите LibriVox.org. Житие и чудеса святого пророка Елисея. Святый пророк Елисей родом бе от града Келмаула, сын Сафатов, от племени Рувимля, чудотворец велико труждение своего явлен бысть. Рощу се бо ему юница златая в Силоме, далече от Иерусалима отстоящим, ей же Израил тени во идолопоклонничество совратившие се приношаху жертви своя и поклоняху се аки Богу. Та юница бездушна сущи, самый час рождения Елисеева возреве сильно, яко гласо ея слышите се во Иерусалиме. О часом всем премного удивившимся, некий ерей, Духа Святаго исполнен и рече, «Пророк Божий велик роди се днес, и же имат разрушите истоканния и сокрушите сильния. Пришечу же ему в мужа совершенна, и в девствено и чистоте житие свое удобнейше го ради богоугождение провождающо, зван бъйст от Бога в пророчество си цивим образом. Оряше Елисей землю двуманадесетми супругами волов, святей же пророк Илия бе на горе Хориве беседуя с Богом, и повели Бог Илии да шед помажет Елисея вместо себе в пророка. Шед же Илия святый, обрете Елисея урюща, и возложи на него милот свою, и сказа ему волю Господню, и нарече го бъйти пророка и вслед себе и ти повели. Елисей же абия вся оставляя, последовати Божию пророку Илии святому со усердием готов бяше, токмо молито го да повелите му и ти в дом, е желобайзати отца и матери. И повеле ему Илия. Он же шед, пояд един супруг волов, им же сам уряше, и заклав волы, и рало на дрова сек, и на огън возложив, изпече меса и предложи прилучившимся людям и соседом. И очередив их, целувал отца и матери тече вслед Илии, и служаше ему, получая се от него видение многих тайн Божиих. И соверши се благодатью Божию пророк, немнее учителя и наставника своего Илии святаго. Лег даже хотяше Бог раба своего Илью взяти в вихре огненную колесницу аки на небо, и преселите того в рай, веляше Илия Елисею да скажете му, кое го дара от Бога просит, его же бы изходатайствовал тому он Илия молитвою своею. Проси рече, что сотворю ти, прежде даже не взят буду от тебе. Елисей же не проси вещи некие временния земная, ничто же бо на земле требуваше, остави ви вся Бога ради. Духом же и вещи унищ боевый, неже здравие тела или долготей дней проси. Не желаше бо во временни и жизни дългого жития, чая наследствовати жизнь вечную, но проси сугубие Духа Святаго благодати во святом или и бывшия. Да будет рече Дух и же в тебе сугуб во мне, сиест, дар пророчества и дар чудотворения. Яко да заблущие люди от Бога, вслед жевала шедшие и словом пророчески мучаете чудотворением глаголема и утверждает. И к единому Богу истинному паки обращает их. И получи проси мое, глагола Бог нему Илия, а ще узриш ими в земле му от тебе, будет ти тако. И бъйсти дущим ими беседующим, узре се пред ними колесница огненная и кони огненни, и разделише между обеми, и взят бъйсти Илия вихором, яко на небо. Изряше Елисей и вопияше, отче, отче, колесница Израилева и кони его, и не видя к тому Елисей огненния тоя колесница й, далече от очи си го с возими милиею в висото зашечия, и нача плакати по нем яко по отце своем, растерзая ризи своя. И узрез висотей от Илии святаго неспущенно и сходящо на него милоть, я же и паде на нем, и прияю во утешение своя я печали, и в знамение полученного сугуба го Илиина духа. И имееше ту у себе яко дражайшее сокровище, или яко честную царскую порфиру, и тою, яко Илия прежде сотвори то чудо. Реку Йорданскую прийти хотя, удари милотю во води, и разтопи се вода сюду и сюду, и прейде Елисей по сухо. Видевши же то сини и пророчи, и живо Ерихони жителствоваху, рекоше друг ко другу. Се почивает дух Илиина на Елисеи, и пришедше поклониша се ему. Святей же Елисей пришед во Ерихон, седе таму прибити некое время, и рекоше к нему мужи градствие, се житие града нашего добро есть,
як уже ти, Господине, видиши, но воды злы, их же ради земля есть неплодна. И рече Елисей святый, принесите мне водонос нов и всыплите в него соль. И сотвориши то мужи. Он же взем, и зайди на исходище водная, и всыпа там у соли рече. Сице глаголит Господь, исцелих воды сия, и уже не будет от них к тому смерти и неплодства. И исцелише се воды Ерихонские по глаголу Елисееву. Посем Елисей святый от Ерихона иди в Ветельград, в нем же люди израильтисти, отступивши от Бога, кланихуся идолом. И когда приближися к граду, седят и малии, исшедшие из града играть, и узревши грядуща пророка святаго, плешива суща главою, на чаша ругатися ему вопиюще, «Гряди плешиве, гряди плешиве!» Святый же минув ония, озреся и видев их текущих вслед его, и тожди ругательно вопиющих, прокля их именем Господним. И сей зайдоше две медведицы из Дубравы и растерзаше от них 42 отручища, прочие же едва обежаше в град. Сию же казан пророк Божий праведним судом наведе на тия отручища, ово поругание их казня и пресицая, да не пришече в мужески возраст, горши и нравом будут. Ово же родителям их за идолопоклонничество мест творя и уча, да в наказании воспитувают дети своя, еже бы им ведети, как убояти се Бога и почитати честно Божие слуги. И иди оттуда святый в гору Кармильскую, а от Кармила возврати се в Самарию. В то время воздвигоше се Израил тяни на брань против Моавитов, вины ради сицевия. Цар Моавитский, его же земля зело преизобилуваше стадами скотскими, даяше царю Израилеву по вся годы дань 100 000 ягнят и 100 000 овнов с рунами их. Умершу же Ахааву царю Израильскому, Муса цар Моавитский отступил от Израиля и престал бычные даяти дани. Тогда Йорам, сын Ахавов, царствовав и над Израилем в Самарии и нечестие отеческого державы ся, собрав воинскую свою силу, еще же и Иосафата, богоугодного царя Юдина из Иерусалима, в помощь себе призвав. Так уж да и царя Едомского подручного ему взем, пойде на Моава, потем пустыни Едомския. По смотрению же Божию бяше в полцех и святый пророк Елисей. Шечим же тем трием царем с полки своими 7 дней, не бист воды и людям и скотом, и уже все изнемогаху от жажды. И рече Йорам цар Израилев с воздыханием, «Собра нас Господь триех царей, еже предати нас в руце Моавли». Цар же юдейский Йосафат рече, «Не сли зде в полцех каковаго пророка Господня, дабы и тем вопросили Господа?» И отвеща един отрок царя Израилева глаголя, «Есть зде Елисей, сын Сафатов, и же слуга бяше Илии пророка, возливавай воду на руце его». И глагола Йосафат цару Елисей, «Ест в том муже глагол Господин». Все обо три цари приедоши к святому Елисею и молише того, якуда помолиться ко Господу, и откроется ему о них. И рече святый Елисей ко Йораму царю Израилеву, «Что мне и тебе есть? Иди ты ныне к пророкам отца твоего Ахава и к пророкам матери твоей Езавели и тех вопроси, да скажут тебе быть и вам имущая». Йорам же цар Израилев со смирением рече к нему, «Сего ли ради Господь собра нас триех царей, да предаст нас в руце Моавли?» И рече ему Елисей, «Жив Господь сил, и муже предстою, яко аж ти бы не почитал богоугодного царя Йосафата, не брегал бы и о тебе, и не жив озрел бы и на тя идолопоклонника суща. Обаче приведите мне певца». И приведен бъйск к нему певец Левит, умея и добре псалмы Давидовой пети. Поющо же певцу Давидская псалмопения, бъйст рука Господня, я же есть дух святый на Елисеи. И рече, «Изкупайте нейни потоки и рвы глубокия, ибо так углаголит Господь. Не узрите ветра ни дождя, а потоки и рвы воды наполнятся, и будете пити вы, и люди ваши, и скоты ваши, и ще же и Моава предаст Господь в руце ваши, и победите силу Его, и разорите всяк град твердый, и вся древеса благоплодовитая посечете, и всяк источник водный заградите каменями перстью, и всю землю Моавицкую пусту сотворите. Избыше се та вся словеса пророческая.
ибо за утро во время жертвы уже благочестивый царь Иерусалимский Иосафат по все утро Богу священническими руками приношаше, узреше все люди воды Божьим повелением текущие по Идомскому пути, яже первые в полк Иосафатов придоша, та же и в прочие, и наполнише се все рвы и потоки и удолья воды, и вся земля умучися и бист влажна. Пивши убо и прохладившися водою все довольно, и доша на Моава, и поразише силу Моавицкую язвою велією, и всю землю туплениша и опустошиша по словеси Божие пророка, и с торжеством во своя возвратиша се. Посем вдова Некая, бывшая супруга единого от синов пророческих, возва к Елисею глаголющи, «Раб твой, а мой муж умре, и гожете и добре веси, яко раб бе бояйся Господа». Нині же приходит взаимодавец, и муже муж мой удолжи се много, и ничто же обретает взять у мене, нищие сущие, хощето бо двух сынов моих, их же во утешение вдовства моего, яко две зеницы очес моих имам, в работу себе взяти. Тако жена так пророку Божию вопияше. Сказую женеци быть ону и супругу Авдия пророка, строителя бывше дома Ахавова, и же скрив 100 пророк Божиих пред мечем царицы Изавели, питаше их во время глада, и все имение свое на той стущи, и взаимодавцем удолжися. Умирая же остави жену и чада своя промыслу Божию, повелев им на Господа несумненную имети надежду. Святый же пророк Елисей милосердствовав у ней и учадех и я рече, «Что хощеше да сотворю тебе? Что имаше ныне в дому твоем повещне?» Она же рече, «Несто рабы твоя я ничтоже в дому, но токму мало елея в сосуди». И рече к ней святый, «Шед, испросил соседов твоих сосуди празни многи, и затворившися в дому твоем с сынами твоими, влиот елея твоего во вся сосуди, и наполнене имети будеши». Шедши убо жена сотвори тако, испроси сосуди и внесши их в дом свой, затвори двери за собою, и лияше от сосуда своего в сосуди изпрошения». И сына ея, приступивши лияху с нею, подающи сосуди. И не оскудеваше елей в сосуди ея, но яко от источника течаше. И даже изпълнише се вся сосуди, рече жена к сынам своим. Приближите мне еще сосуд. И рекоше ей сыни, несто же празна го сосуда. И ста елей. И текши жена с радостью возвести то человеку Божию. И рече к ней Елисей, шедши, продавай елей, и заплати долги взаимодавцем твоим. От оставлюша го си жалея, питай се с сынами своими. Посем во един от дней прихождаше святый пророк Елисей град Суман, и там жена некая честна и одержай го снести хлеб в дому ея, и угости человека Божия с усердием. Бист же емну множице и через град той ходити, егда грядяше от Кармила ко Йордану, или в Галгалый, или во Ерихон, или оттуда в кормил возвращаше се и уклоняше се в дом жены, то я ясти хлеб, понеже бе благочестива и добродетельна. И рече та жена к мужу своему, «Разумех, яко той человек Божий ест свят, и же часто мимо ходит сквозь град сей, сотвори му бо ему горницу малу и постави модер и трапезу и престол и свещник, да споти уклоняя се к нам имать покой свой». И бъйст тако. Виташе таму пророк святый, колико крат случаше се во граде том бъйти. Некое го же време не почивае човек Божий в оной горнице и го ради созданной, помишляше в себе чим бъй възблагодарствовати странноприемной жене той. Видеше бо велио ея добродетель, и рече ко Гиезию отроку своему, «Призови ко мне суманите на Инюсию», и призва оною отрок. И рече к ней човек Божий, «Удивила си нам огощение твое, что обо воздам ти? Несли тебе кое го слово к царю или к князю и воеводе?» Она же рече, «Нест мне никаковые нужды, посреде бо людей своих аз живо». Отшече же от него жене рече святый ко Гиезию, «Чим возблагодарствую благодеяние жены сия?» И глагола к нему Гиезий, «Се несто не я чад, а муже я стар, умолю бо ней Бога да подасте и наследника сына». И сотвори то угодник Божий, пролия у ней теплую молитву к Богу, и приими извещение рече ко отроку своему, «Призови мне паки суманите на ню». И призва он ее отрок, и глагола к ней человек Божий,
то время и в той час зачнеше ты и сына. Онаже поклонившись, рече: молютися, Господине мой, не служи мне рабе Твоей. Святей же увеща оною я ти веру неложному словеси. И посем зача жена, и исполнившуся времени роди сына и воскорми его. Возрастающ же отручищу я я быст в единое лето, в жатвенное время изыйти ему к отцу своему и к жнущим. И мало там умедлив рече к отцу: глава моя болит. Отец же рече к слузе: неси его к матери. И несе слуга отручища больна в дом к матери. И лежаше на коленах матерних до полудни и умре. Она же вземши мертвого, вознесе в горницу пророчу и положи на одре, и изшечи затвори двери. И призвавши мужа своего, ничто же ему поведал смерти сына, но моли его глаголя: посли со мною единого отрока и едино осля, да теку к человеку Божию в кармил и возвращу се скоро. И глагола к ней муж: че со ради пойдеше к нему, ибо ныне не нов месяц, ниже субота. В тея будник святому пророку Елисею, в кармилсте и горе обитавшему, собираху се люди на славословие Божие и на поучение. Жена же рече: аз ще не субота, ни новомесечие, обаче пойду, и пойде с отщанием. Приближающий се же и ко горе кармилстей, познав человек Божий приход и я, рече ги Езию отроку своему: се суманите на и не гредет, те цей в сретение е я и рце ей, мир тебе. Гиези же срети фону и рече: мир тебе, мир мужу твоему, мир отручищу твоему. Она же рече: мир. Притекши же к святому Елисею жена, припаде к нему и яд се за нозе его. И приступи Гиези, хотя отринуть и оную, и рече Елисей: остави ю, яко душа е я прискорбна е с нейни, и Господ отаи от мене печаль е я, и не возвести мне. И рече жена: еда просих сына у Господа моего, не сам ли тъй, Господине мой, изпроси мне его от Бога? Аз же глаголах тебе: не служи мне рабе Твоей, и нейни син мой умре. Умили се же у ней человек Божий и повели Гиезию, дав ему жезъл свой, да скоро тек положит жезъл на умершем отручище. Матер же умершего отручище не удоволи все тем, к святому пророку рече: жив Господ и жива душа Твоя, не отстану от Тебе. И встав святей Елисей, иди вслед и я. Гиези же, упредив его, возложи жезъл на лице отручищу, и не бе гласа, ни послушания. И возвратив се среди человека Божий и поведе ему, яко не воста отручищ. Достиг же святей пророк Елисей града и дома жени, взеди в горницу оною, и се отручищу мери и положен бе на одре его. Затворив обо Елисей святей двери, помоли се ко Господу и взеди, и ляже на отручище и положи уста своя на устех его, и очи своя на очи его, и руце свои на руце его, и плесне свои на плесну его, и дуну на него, и согрее се плото от ручището. Востав же пророк, и походив в храмине той сюду и сюду, и пак и взейде, и преклони се на отручища седмиждай, и отверзе от ручища очи свои. И возвав Елисей Гиезия, рече ему: призови мне суманите нейню. И призваю Гиезий, и рече к ней Елисей: возьми сына твоего. И паде жена на нози человеку Божию, кланяя се ему до земли, и прия сына своего жива, радуя се и хваля Бога. Востав же оттуда пророк Божий Елисей, иде в Галгалай, иде же древли люди израилтести, входящи в землю обетованную, приидоше реку Йорданскую. Медлищо же Елисею святому в Галгалих, бист глад в земли той, и сына и пророчи, и же бяха ученици его, пребиваха при нем, подражающи богоугодному в чистоте и нестежание житию его, по подобию иноков в нови благодати сущих. Беже человека Божия са ученики его пребивание на особном безмолвном месте. И рече единому от слуг своих: настави коноп велий на огън и свари варение с ином пророческим, бяше же их яко 100 мужей. И зайде же един от них на поле собрати дивия зелия, и обрете диви и неки виноградоподобни плод, колокинта и нарицаемый, горки и безмерно, че со ради неци и нарекоше то желчи у земли. Ест, че и здрави увреден плод той, а ще и во врачевство от части употребляется, и а ще кто чрез меру вкусите го умрет. Того плода вредния сила и собирателя он и не веди,
набра полна одежду свою и всипав котел на сварение. И даже варението представи се с ином пророческим, и начаше тое ясти, ощутише горест в купе и вред, и возопише к святому глаголюще, смерть ест в конобе человече Божий, и престаше ясти, яко невозможно бе. Святей же Елисей повели муки мало всипати в коноб, неякому кою вред отгоня, но чудотворение свое покривая. И услади се варение, и вред во врачевство притвори се, ядше все насейтише си и бъйше здрави. Приде же к святому пророку Божию некий боголюбивий муж от града Ваал Салиса, и принесе хлеба и малия ячменния от първопожатаго ячменя, числом 20. И повеле человек Божий хлеба и тъя предложите служителствующите им ему. Речеше к нему от руки го, не довлеят с том мужем сих малый хлебов. Святей же рече ему, предложи им да ядят, сице боглаголят Господи, ясти будут и преизбудят им. И бъй стако, сто мужей ядоше до сейтости, и осташе се многи округи по глаголу Господню, речено му сте и пророческими. Бъй сводни тие у царя сирийского княз сильних, сиест, воевода всея воинственные силы именем Нееман, муж вели пред господином своим царем сирийским, храбър и благополучен в браних. Прокажен же бе зело, неже обретаху се врачеве могущи и туго изцелити. И сидоше же от Сирии войни немногие, и плениши от земли Израилева и юнот Кумало, и привече в Сирию от Даша оною жене воеводи своего Неемана. Та юнотка слыша от родителей своих о святом пророце Елисеи, и о велиих чудесах Божиих, бывающих молитвами Его, и рече госпоже своей ей же служаше. Аз ще бъй господин наш бил у пророка Божия, иже в Самарии, добре бъй било ему. Ибо пророк Божий очистил бъй Его от тоя болезни. Та словеса от руковица Иона и жена Нееманова възвести самому Нееману глаголющи, тако и тако глаголит юнотка, я же ест от земли Израилевой. Нееман же шед к царю своему, молито го да бъй отпустил его в землю Израилевскую в Самарию к пророку Божию изцеление ради. Цар же не ток му и тие му таму не възбрани, но и писание от себе к царю Израилеву Йораму сейно Ахаавову даде. Вземо бо Нееман в руци свои 10 талант сребра и 6000 златников и 10 одежд пременни в красних, сяже вся в дар Божию человеку иде в землю Израилеву и отдаде царю Йораму от царя своего писание, в нем же написано бесице. Се нейне, егда приидет писание мое сие к тебе, вежд, яко послах к тебе Неемана раба моего, да очистиш и того от проказа его. Цар же Израилев Йорам прочет писание царя Сирийска, опечали се зело, и раздра риза и своя глаголя. И да, аз Боги е съм, моги и мертвите и животворите, яко преслако мне мужа прокаженна, го да очи, що его от прокази. Но разумейте прочие, видите, яко се ищет сей вина и во мне, еже бъй воздвигнути бран на мя. Оведав же то святей пророк Елисей, яко цар печален раздра риза и своя, послак нему глаголя. Почто печалише си, и риза и твоя раздрали си, да приидет ко мне нейни Нееман и да разумеят, яко ест пророк Божий во Израиле. Прииде же Нееман на конех и колесницах и ста при дверях дома Елисеева и посла к нему святей Елисей слугу своего глаголя. Шед, измъй се седмицио во Йордани и измени се ти плот и очистише ся. Разгневав се обо Нееман отиде глаголя. Аз мнех, яко сами заидет ко мне и став надо мною призовете ми Бога своего и възложит руку свою на вред мой, и очистит проказо. Он же ко Йордану и тим не повелевает. И дали реки Дамаскова и Авана и Фарфарни лучи и суть паче Йордана и всех вод Израилевых, да бъй умылся в них и очистился. То глаголя, уклони се от Самарии и иде гневен. Советовах уже ему отроци его, да бъй не преслушал пророка Божия и глаголаху. А ще бъй вели некое слово глаголало тебе пророк, не сотворил ли бъй си повеление го? Нейни же мало е сие повеле тебе, измъй се во Йордани очистише ся, ти же не хощеше послушати. Приял бо Нееман совета от руков своих, и креце Йордан сте приближив ся, сниде с колесницей, и погрози се во Йордани седмижди по глаголу Человека Божия. И обрати се плоти го, яко плот от ручате млада, и очисти се от прокази, и възврати се пак и к святому Елисею той сам, и все ополчение его, и став пред ним рече. Нейне аз разумех, яко нест Бога во всей земли, токмо во Израиле.
Приеми у Бог от раба своего сия дар, и я же принесох ти. И даяше Нееман человеку Божию злато, сребро и одежды. Святей же Елисей рече, жив Господ и муже предстою, як уничтожи приему. И принуждаше Нееман пророка да возмет принесенное. Он же не послуша его не взя. И рече Нееман к святому, а ще ли ничтожи хоще ще взяти у мене, то тъй дашт мне рабу твоему бреме от земли сия червления, или ко двумя супругам им сков повести, да привезе оною в дом мой и сотвори от ния алтар Господу Богу Израилеву, ибо от целя раб твой не принесет жертвы и всесужение Богом и на им, но токмо единому Богу истинному. Святей же Елисей не възбрани взяти ему просимое и отпусти его с миром. Очечу же Неемано от человека Божия Елисея, отручещ Елисеев Гиези рече к себе, се Господин мой от радост отвори Неемано сиренино си му, не взем от рук его принесених даров. Жив Господ, ако имам тещиво след его и възму от него нечто. И востав Гези тече вслед Неемана. И видев того Нееман текуща вслед его, възврати се с колесници на сретение ему. И рече Гези, мир ти, так уж да и Нееман отвеща ему, мир. Пак и Гези рече, Господин мой посламик к тебе глаголя, се наини придоше ко мне два отручища отгоре Ефрем ли от синов пророческих, да щоб от тех ради талант сребра и две измени одежда. И рече Нееман, возьми два таланта сребра и одежди. И вложи Нееман два таланта в два мешца и две измени риз, и вложи то на два отручища своя и посла с Гиезием. Пришед же с теми Гиези к себе в сумрак вечерний, взя от них принесенно и отпустив их, сукрив храмени своей, а сам шед предста Господину своему. И рече к нему святей Елисей, откуда пришел и си Гиезие? И рече Гиезий, не ходи раб твой никам уже. И рече к нему Елисей святей, не сли ходило сърце мое с тобою? И виде, како възврати се муж с колесница его в сретение тебе, и прияли си от него сребро и одежда, и хоще ще купите тем сребром виртоградай и масличния съдей, и виноградай, и овци, и волъй, и отруки, и отруковици. Селбо проказа Нееманова да прилепенет на тебе и на семени твоем вовеки. И изъйде Гези от лица Елисеева прокажен яко снег. Некоего време не реше сейни пророчик святому Елисею. Селбо место идеже му и живем противо тебе тесно нам. Да идем наине до Йордана и да возьмем оттуда киш до муж по бервно единому и сотворим себе ту обиталища, пребивати тамо. И рече святей, идите. И рече един кротце, греди и само отче с ръбъй твоими. И въстав човек Божий с ними иде. Дошече же Йордана се коше древа. И егда един от секаше бервно, железо с паде стопорища и паде във воду и възопи той. О, Господине мой, сию секиро аз заях от друга. И въпроси човек Божий, где паде железо? И показа ему той место. Святей же отсече древо и вверже е тамо в воду, и всплъйве железо. И рече святей к сечцу, возми е сам. Он же простер руку свою взяе. Толика е бяше того свята го мужа обозе сила, яко и естественою железа тегото можаше претворити в таковою леккост, яко върху вода и плават и железно му сечево, аки листу отпадше му от древа. Зряше же и отстоящая, аки зде пред очи са идеющая ся. Многожда и бо цар сирийски на Израиле воюей, совеща со отруки своими глаголя, на место оно или оно прейдем и заляжем на царя Израильскаго. Святей же Елисей прозря то, посилаше к царю Израилево глаголя. Блюди се не приходите на оно место, и ако тамо Сирия не залегоше. Цар же посилаше тамо уведе тя ще е стистина. И уведав так обойти, соблюдаше себе опасно от туду. И послава воев своих нападаше нечаяно на сириен и поражаше их. Сие же бъй с не единою, ни дваждай. И смути се душа царя сирска условеси сем, и призва отруки своя и рече к ним, почто не сказуете мне, кто ест възвещай и тайни моя царю Израилеву, и предаяй ми в руце его. И рече един от отруки го, ни господине мой царю, не от нас байваят то, но пророк Елисей и живо Израиле възвещаят царю Израиле во вся словеса, я же аз ще глаголеши в сокровище ложница и твоя. И рече цар Сирский, идите, уведите где ест пророк той, да послав воев приведу его ко мне. И възвестише ему глаголюще,
сев до те имени и не пребивает. И посла тамо цар кони и колесници и силу тяжку, и придоше нощю и окружише град. И урани за утре раб Елисеев и востави зайде, и вся сила сирийска и обступи град во множестве коней и колесниц. И рече отрок к Елисею: «О, господине, что сотворим?» И рече ему Елисей святей: «Не бойся, ибо более ест с нами, паче неже с ними». И помоли се Елисей к Богу и рече: «Господи, отверзи нейни очи отрока Твоего да узрит силу Твою». И отверзи Бог очи отручища и виде, и се гора изпълнена бяше коней и колесниц огнене и хокръст Елисея. И изейде святе Елисей со отроком своим из града против Сириенов, и тие идоше к нему. И помоли се Елисей ко Господу и рече: «Порази Господи язейк сей невидением». И порази их Господ невидением по прошению Елисеево. И рече к ним Елисей: «Не се ест путь и не се ест град к нему же гредете, но идите по мне и аз веду вас к мужу, и го же ищете». И веде их в Самарию. И бъйстег да в Самарию в недоша, помоли се Елисей глаголя: «Господи, отверзи им очи да видят где суть». И отверзи Господ очи их и видеше, и се бяхо посреде Самарии. И уведе у них цар и види их, и въпроси Елисея святаго: «Велише ли отче да поражу их поражением?» Отвеща святей: «Да не поразиш их, не тебо семо привели си их, ни оружием твоим пленили си их, но предложи им пищо и питие да едят и пиют, и отпусти их, да идут к господину своему». Предложи обо им цар предложение велиево учреждение, и ядоша и пиша, и отпущенни и доша к царю своему, и к тому не приложиша приходите ти и Сирии в землю Израилеву. По сем времени доволно пришедшу, венадат цар сирийский воздвиг бран на Йорама царя Израильского, собрав все ополчение свое, и пришед обседе Самарию стольний град царя Израилевых, и даже бяше и святый пророк Елисей. И бъйст глад велик в граде, яко людям убогим и дети своя ясти. Едино уже царю Израилеву пустене градсте и ходящо, жена некая возопи к нему глаголющи: «Спаси ми, господине мой царю!» И отвеща к ней цар: «А ще тебе не спасает Господи, то како аз спасу тя? От гумна ли или от уточила дам ти некое препитание? Обаче ръце и часо требуеши». Она же нача жалобу свою приносити, на подругу свою глаголющи. Сия жена ко мне рече: «Дашт мне сына твоего младенца суща да си едиме го днес, а утро моего сына си едим, и изпекохом сына моего и снедохом его». И рекох к ней во вторий ден: «Дашт сына твоего да си едиме го». Она же скрый сына своего. И бъйстех да услыша цар Израилев словеса жены, раздра ризи своя и разгнева се зело на пророка Божия Елисея, яко той советом своим удержаваше его не покорити се царю сирийскому и не предати града в руце его, но ожидати помощи Божия. И рече цар: «Сия да сотворит мне Бог и сия да приложит мне, а ще будет глава Елисеева на нем днес». Я бия посла спекулатора от сищи главопророчу. Человек же Божий седяше в дому своем, и старци Израилите стие седяху с ним. И рече святей к седящим с ним старцем: «Не вести ли, яко цар Йорам, сын убийца Ахаава, убивши го неповинно на Вутея, той посла спекулатора да пришед с дел отсечет главу мою? Но утвърдите двери крепко и не пустите его семо, донде же и сам послава его господин его по нем приидет. И слышите не топот ли слышит се ног господина его вслед его». Сия святому глаголющу постиже цар посланного спекулатора. Ибо Абия разкаев се условеси своем, тече сам скоро вслед посланного, да не совершит злое повеление его. Знаеше бо свята бити Елисея пророка и неповинна, и Израилскому царству благопотребна, яко многим благодетелствующа. И пришед цар к пророку Божию рече: «Се толико е зло от Господа, попусти се на нас, и часо боле ожидати имам от него. Предам град царю сирийскому и поклоню се ему, да не все измрем гладом. У небо нам е с живим бити поработивши се тому, неже противещи се ему погибнути от глада». Святий же пророк Елисей к царю и ко всем таму бывшим глагола: «Слышите слово Господне, сице глаголят Господь. Яко же час сей, утро мера муки пшеничний будет за сикел един и две мери ячмене за сикел един во вратех Самарии.
И отвеща тристат на Егоже руко, цар почиваше, и рече ко Елисею: «Ся ще отверзят Господи хляба и небесния, то не будет тако, яко же глаголише». И рече ему света Елисей: «Се тъй узреше своими очиса и то, обаче от того хляба не имаше вкусити». Отишив се же мало цар, отиде в палату свою. И бъйст тоя нощи молящо се Елисею святому ко Господу Богу освобождение града, посла Бог сметение полку сирийскому. Слышен бо сотворим глас оружия и глас коней, и глас сила и великия, и рече друг ко другу своему: «Синей не наял на нас цар Израилев, царя Хитейска и царя Египетска, и приидоша на нас силою своею. Исполнише се обо Сирия не страха велика и рекоша: „Бежим отсюду, бежим!“ И воставши в нощи с царем своим, отбегоше и оставише сени своя и кони, и услъй, и вся яже в стану их бяху, само е токмо души ради своя я бежаша. Тоя же нощи бяху четири мужи прокаженни, превратех града седящи, и рече друг ко другу: „Почто ме изде седящи, ждем умрети? Аз ще внидем во град, то во град е глад, и умрем гладом. Аз ще изде седим, то тако ще умрем. Внидем обо в полк сирийски, и аз ще живят нас живи будем. Аз ще же умертвят нас, то да умрем, и не търпим более злострадание в жизни сей. Уни бо намест от меча умрети, неже от глада“. Тако совещавши се восташе и внидоше в полк сирийски, тменощной належавший. Шече же в полк, ни един го обретоше человека, и прошече до средини и полка никого же видеше, и удивляху се. Внидоше же все недино и едоше и пиша, и взяше оттуда сребро и злато и одежди, и шече с крейша. И пак и возвративши се внидоше в другую сень, и взяше оттуда ежехотеша, и елико понести възмогоше и с крейша. Та же рекоше к себе: „Недобре мъй творим нейни, ден босей, ден благовещение есть, а мъй молчим. Я ще пребудем до света утреннего, повинни греху обрящим ся. Идем у боку граду и возвестим в граде и в дому цареве“. И доше ко вратом града и сказаше стражем глаголюще: „Входихом в полк сирийский, и се не бъй там у мужа, ни гласа человече, токмо кони привязани и услята и сени их со всеми сущими в них богатства й. Вратни же стражи възвестиша то в дому цареве. И востав нощи от цар, рече ко отроком своим: „Аз скажу вам коварство сириян, е жена и не нам сотвориша. Разумеше, ако гладни сме, изшече обо из стана своего, сокрише се негде на селе, глаголище, и заидот из града гладни и име ме живи, и во град внидем. Отруце че советоваше царю да послето ведат, и аз ще истина ест. И посла цар Израилев два всадника, и же вшече в полк, и никого же обрече, текоше вслед Сириов даже до Йордана. И се весь путь бяше изпълнен одежди и оружия, я же повергоше сириени от велика го бежаще страха. И възвративши се послани, възвестише царю и всему граду. И изидоше все люди из града, и разграбиша вся страна и сирийския. И бъйст мера муки пшеничной за един сикъл, и две мери ячменя за един же сикъл, по глаголу Господню. И пристави цару врат преждеречен на го тристата своего. На его же руце почиваше. И егда той хоте оправите да не сотесняете народ во вратех, попраше его людие, и умре тамо. Яко же человек Божий Елисей глагола: „Егда он и тристат не емле вери глаголу Божию, устей пророчески ми убили и хлеба глаголанному. Противо отвеща глаголя: „Аз ще и хляби небесни отверзят Господь, то не будет тако“. Чудесен же бе великий сей угодник Божий и войних пророческих дарованиях и деяниях, яко же о том пространно в царских книгах пишет ся. Глад седмолетний в земли израилской быть имевший предвозвести. Смерт Венадада царя сирийска предоведа, а заел уже приятие сирийского царства предсказа. Иуа, единого от князей израильских на царство помазав, на изтребление богоненавистного идолопоклонническаго Ахаавова дому востави, и же и уби двух царей идолопоклоннических Иорама израильского и Охузию юдейского, внука бывше прежнего доброго царя Йосафата, и же не подражав деду своему, уклони се в нечестие. Убиже Езевель ону скверную жену Ахаавову, матер же Йоарамову, и вся жерцы и Ваалова и волхвы избив. Во всем же том име поспешествующее себе благословение и молитва и святаго пророка Елисея. По смерти же Иоевой,
царствовал в Израиле сын его Йоахаз, также внук его Йоас. В царството го разболеся в Самарии человек Божий к смерти, и в глубокой уже старости сей. И прийде к нему Йоас, царь Израилев, на посещение, и плака си о нем глаголя. Отче, отче, колесница Израилева и кони его. И рече ему Елисей, возьми лук и стрелы, и отверзи окно к востоку, аму же лежит Сирия, и возложи стрелу на напряжение лук, и сотвори то царь. Пророк же Божий, возложив руки своя на руце царева, и рече ему, стрели к Сирии, и стрели царь. И рече пророк, сия стрела ест Господня спасения, и победиши Сирию. И пак и рече к царю, возьми лук и стрелы, и взя царь. И рече к нему пророк, удари ногою на землю, и удари цар трижды и ста. И оскорби се на него человек Божий, и рече, аз ще бъй ударил еси петищи или шестищи, поправил бъй еси Сирию до скончания, нейне же токму трижды и победиш ию. Тако пророчествував святий Елисей умре, и погребен бъйст честно. Не токму же в животе своем чудодействува многоя, но и по смерти своей чудотворец бъйст. Того же болета случи се вещ цицева. Мертвец некий на погребение из града Самарийска изнесен бъйст, и се внезапо войни от Муава разбойнически приидоша в землю тую, погребатели же озревши издалече грядущих войнов, погребоше мертвеца во гробе Елисееве и бежаше во град. Паче же човека мертва го тело куснуся косте Елисеевих, и оживе човек той, и ста на ногах своих и из гроба изшед, тече ко граду. Сице и по смерти угодника своего Бог прослави. О часом тому единому Богу нашему от всех буди слава, чест и поклонение, ныне и присно и во веки веков. Амин. Конец жития святаго пророка Елисея.